Смотрите «На этой неделе». Впервые в Эстонии. Детская опера «Слоненок». Илья Нартов расскажет об отважном слоненке, говорящем коте и поющих мышатах. Эксклюзив «Рабарбара». Смотрите интервью Эвелины Ведом с маэстро Владимиром Спиваковым. Александр Хоботов отправляется в Тарту и знакомится с экспозицией еще только строящегося Эстонского национального музея. Прогулки по старому Таллину. Краевед Йозеф Кац расскажет о вестниках весны в старом городе. «Рабарбар. Наша культура». Каждый вторник в 20:30 на ЭТВ+.